В регионе с 11 сентября стартовал конкурс «Народный участковый 2021». Участники регионального этапа на протяжении месяца будут состязаться за звание лучшего. Один из участников конкурса – Владимир Колесниченко, старший участковый инспектор административного участка номер 19 в Канинском сельсовете. Наталья Дуркина продолжит тему. Владимир Колесниченко еще со школы мечтал помогать людям. Именно поэтому после ее окончания, не раздумывая, поступил в новороссийский филиал Краснодарского университета по специальности «Правоохранительная деятельность». Окончил вуз в звании лейтенанта полиции. Свою карьеру начинал в городе Майкоп участковым уполномоченным, а в 2015 году перевелся в столицу Заполярья. А именно должность уполномоченного полиции почему мне нравится? Потому что это непосредственно работа с населением на месте, то есть с людьми. К каждому человеку находишь какой-то определенный подход, стараешься всегда помочь. В обязанности участкового уполномоченного входит обширный перечень задач, такие как обход административного участка, проведение профилактических и доверительных бесед, составление протоколов и так далее. Однако теория в реальной жизни несколько отличается от практики. Практика есть практика, это не касается, в частности, определенной работы. Ну, люди, мне повезло с моими наставниками, с кем меня как бы учили по деятельности участковых, мне с ними повезло, и как бы сразу влился в коллектив, и как бы оказывали содействие, и никаких замечаний у меня не было, взыскание тоже в городе Майкопе, то есть все материалы выполнял в срок, нарушений не было. Также, наверное, когда перевелся, тоже было очень приятно, что северный народ, они очень дружелюбные люди, очень меня там встретили, все рассказали, как работать, что именно какие приоритеты есть, какие тенденции. Один из первых запоминающихся моментов в работе Владимира Колесниченко случился в Майкопе. Юный участковый возвращался с работы домой. По дороге увидел автомобиль, движущийся по кривой траектории. Владимир мгновенно среагировал и доложил на пост ДПС, а затем принял содействие в задержании водителя в состоянии алкогольного опьянения. Второй же случай произошел уже в Наринмаре на зимней переправе. Был один случай тоже, что ехал на технике, и, получается, люди стояли, у них... Они заглушились, и у них аккумулятор, то есть все не работает, не заводится. Вот показал он тоже содействие, как бы отдал им свой аккумулятор, сам завелся, и люди очень были благодарны, не оставил их в трудной ситуации, потому что у нас зима, как говорится, она суровая, и остаться на такой дороге, на зимнике, очень опасно. Владимир Колесниченко не первый раз принимает участие в конкурсе «Народный участковый». В прошлом году молодой человек выиграл в региональном этапе. В копилке у Владимира Колесниченко множество наград. Хотя, как признается участковый, главная награда – доверие жителей. Вот самая хорошая награда – это когда человек тебе, если какая-то у него проблема, он тебе не боится прийти, боится, даже бывает сокровенные свои какие-то моменты рассказать, чтобы и им помогать, и этому человеку помогаешь. Поэтому самая главная награда – это когда люди к тебе хорошо относятся и им с тобой хорошо работать. Победители каждого этапа конкурса определяются большинством голосов граждан, набранных по итогам онлайн-голосования. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него на официальном сайте УМВД России по Ненецкому округу. Наталья Дуркина, Леонид Шишелов, телеканал «Север».